Четыре лапы, хвост и добрые глаза подкупили будущих хозяев щенка. Евгений и Александр оказались на выставке совершенно случайно и даже не планировали обзавестись в этот день домашним питомцем, тем более не одним. Оформив документы на этого симпатягу, они не торопились уходить. В итоге приняли решение взять еще и кошечку. Супруги объясняют свой поступок очень просто. Во-первых, у меня сейчас есть возможность завести несколько домашних животных. Вот, я живу не в квартире. Ну и вообще, я очень люблю домашних животных, и мне всегда хотелось бы, чтобы у меня было несколько кошек и несколько собак. Щенку около 4 месяца. Новоиспеченные хозяева пока не придумали ему имя, но признались, что по этому поводу соберут семейный совет. Быть с тобою рядом, наслаждаться взглядом, только бесконечно, только без тебя. Примеру Евгения и Александра последовали и другие звенигородцы. Так, еще несколько животных на выставке «Хочу домой» обрели новый дом и любящих хозяев. Кстати, все желающие сразу могли получить необходимую информацию. На выставке работали кинолог и ветеринарный врач. Хорошо потрудились и волонтеры, ученики Веденской школы. Ребята собрали на выставке и передали в приюты более 30 килограммов корма, а также средства ухода за животными. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».